Всем привет! Собрались мы, короче, сегодня грилить. С утра была такая хорошая погода. Ничего не предвещало, что начнется дождь. И теперь у нас здесь просто ужас. Я даже боюсь на ту... В общем, у нас с этой стороны дома соседи сегодня гуляют. У них там какой-то праздник, я не знаю. Что-то празднуют. В общем, у них народу. У них... Они тоже на улице столы накрыли. И у них народу там... Ну, короче, много. И поэтому я мужу говорю, ну, чтобы дымом их не травить, давай пойдем шашлык жарить на ту сторону. В общем, он ушел туда, на ту сторону, разжигать угли. А я теперь даже боюсь на ту сторону выйти, потому что он зашел молча, взял зонтик, потому что у нас льет дождь. И он под зонтиком стоит там, разжигает угли. Сейчас пойду к нему. И думаю, с камерой он сильно много смущаться не будет. Мы начали грилить. Смотрите, если я сейчас выйду на улицу, муж меня просто убьет. Потому что это была моя идея. Он сказал, дождь будет. Я говорю, не будет дождя. В телефоне показывает, что не будет дождя. Да, Володя? У нас же в телефоне показывалось, что дождя не будет. Вот именно. Показывает. Ой, блин, чуть не упала. Ну а чё? Помидоры свои привяжи. Да ничего не будет. А, сейчас мой волос весь будет мокрый. Передайте вам всем привет. Володь, ну ты хоть сюда посмотри, что ты такой. Я сказала, ну ты молчи, да. Потому что если ты будешь молчать, все о тебе хорошего мнения будут. А если ты сейчас что-нибудь скажешь, я ничего не буду говорить. Молчи. Видите, смотрите, ведерком прикрыли угли. На меня дочка, а вон там сильнее идет. Да, может, большой зонтик перенести сюда, пока сильный дождь не начался. А то мы сегодня без шашлычка останемся. Это ты виноват, надо было на полчаса раньше выходить. Уже бы пожарили. Да? Молчишь? А что ты перчатки одел? Стоишь как... Видите, как он с камеры себя хорошо ведет. А вот сейчас я выключу. Я все, что хочешь, услышу. В свой адрес. Да, Володя? Нет? Правда? Прекрасная погода. Да. Очень хорошая погода. Сегодня день военно-морского флота. С праздником тебя, дорогой. Без воды нельзя. А, ну вот видишь. Смотри, ты хоть под зонтиком стоишь, а я-то даже под дождем. Все, иди. Ой, ужас какой. Ладно, я тебя это потом держать тебе помогу. Что держать? Зонтик. Ага. Ой, не могу я. Ну а что? Да зато мы еще так не грилили никогда. Блин, у меня уже сейчас тушь потечет. Вы уже так грилили? Я говорю, давай большой зонтик сюда принесем, да и все. Не надо будет держать. А как ты будешь? Ты посмотри, какой ветер. Он сейчас улетит. Да ветра нету, даже листики. Даже... А как ты будешь шашлык переворачивать? Молча, вот так. Я сейчас ведро убью. Ой, видите, какой у меня хороший муж. Ну а что, угли твои когда готовы? Шашлык когда нести? Ты что, вообще спрятался? Ладно. Угли уже все сгорели, можно сказать. А когда шашлык жарить будем? Нет, я имею в виду, они уже это... Ну, можно уже ложить? Сейчас. Ой, что-то... Прогресс... Слушай, давай быстрее, дождь быстрее, сильнее начинается. Теперь уже никуда не буду. Ты будешь так стоять? Да, я на посту. Прикол. А у нас сегодня шашлычки будут на обед. В общем, я замариновала мяско. Теперь вот нанизываю на шампура. И вот еще чем могу похвастаться. Помидор пропал, надо выкинуть. Вот. А вот это вот наши огурчики. Ну, немножко такие корявенькие, но ничего. Вот сегодня муж сорвал. Сказал, ты сегодня уже в огороде был. Ты когда будешь в огороде? Я говорю, я каждый день в огороде, когда поливаю. Он говорит, а что огурцы не собрала? Я говорю, ну как оставила? На... Свежее будут. Ну, в общем, он, короче, вот сегодня... Огурчики собрал на наших
двух кустиках. Вот. И как пожарю, покажу вам. Шашлычки здесь у меня, картошечка варится к шашлычкам. И еще лук сделаю. Просто обыкновенный с уксусом. И все. И будем обедать. Будем сначала жарить, а потом обедать. В общем, накрываю стол. Хотели покушать на улице, но, может быть, дождик и пройдет к тому времени, пока мой муж под зонтиком пожарит шашлык. Вот такой хлебушек мы сегодня купили. Но не мы. Муж съездил, купил. Но в пекарне такой белый хлеб. Ну, потому что мы вчера так закупались. Ну, вернее, я вчера так закупала, что я хлеб не купила. Я думала, что у нас... Но хлеб есть. И по идее, шашлыком я люблю серый хлеб. Но муж что-то купил белый. В общем, я не стала возмущаться. В общем, просто сделала лук, как всегда, и порезала огурчик и помидорки. Пару штук. Может, там еще... Картошку сейчас варила. Сейчас картошку тоже поставлю. Ну, как шашлык будет готов, чтобы она не сильно остыла. А то из-за этого дождя у меня картошка чуть раньше сварилась. Ну ладно, я так думаю, что сильно она не успеет остыть. В общем, хотелось бы, конечно, чтобы... Я знаете, почему себя не показываю здесь на кухне? Потому что вас ждет сюрприз. Я пока не хочу показывать свою кухню, только так немножко стол. Поэтому иду потихоньку на улицу. Ой, как я вовремя вышла. А у нас тут лошади прям ездят, катают людей. У нас сегодня праздник какой-то. Что у нас сегодня за праздник? День военно-морского флота. Нет, Германия-то не празднует. Ну и чё, отличный шашлык. Люди вон бегают. Вон, посмотрите, побежала. Так что зря ты возмущаешься. Дорогой, ты зря возмущаешься. Смотрите, как молчит. Я чтоб лишнего не сказать. Да, солнышко? Лучик. Смотрите, какой у нас шашлычок. Вот такой хлеб вкусный купил. Я курочку себе уже отрезала. Давай, скажи. Тебе надо было напомнить... Когда я с этим хлебом пришел, что ты мне сказала? Ну вот скажи, что я сказала? А я не буду напоминать. Да ладно, скажи что-то. Что типа, какое я говно купил? Вот. Ну зачем ты так сказал? Ну а как? В камеру. Знаешь? Я так не говорила. Я сказала к шашлыку. Угу. Надо серый хлебушек покупать, а ты белый купил. Да, серый. Вообще я думала, что это чебата, а это просто белый хлеб. Но я корочку отрезала, вкусная. Я тебе сказал, я когда что-то покупаю, я его спрашиваю всех. Ага, идет это к шашлыку или нет, да? Нет. А что ты спросил? Я сказал, это хлеб сладкий или какой? Она говорит, простой белый хлеб. Хлеб сладкий. Хлеб сладкий не бывает. Бывает. Булочки. Булочки сладкие бывают. Это Германия, здесь все бывает. Было. Ты их нормально стоишь под зонтиком, не замерз? Вон, смотри, какой закат. Сейчас все, мы сейчас шашлык пожарим. Нет, не закат, ты лучше скажи, это рассвет. Ну, рассвет. Ну смотри, тут же уже больше нету. Сейчас последняя докапает. Тань, все. Чего? Ничего не надо здесь. Эти тоже убежали все. Нет, они под этим. У них там два зонтика же стоят. Я сейчас покажу вам наши шашлычки. Муж уже приготовила вина красного. Смотрите, какие аппетитненькие. Да? Давай. За тех, кто в море. Ой. За тех, кто в море. Не утонул. Да? Все, Вала, давай я этот разнос принесу. Будем снимать, мне да? Кажется, еще рано. Мне кажется, вот в серединку... Нет, я серединку сейчас положила. Больше. Нет, я сейчас вот эти вот крайние, которые... Огонь больше. Но я с края убрала и в середину положила. Ты что ты еще хочешь? Ну вот надо это снять. Ну, вернее, уже кушать.
Сейчас вот такой будет с той стороны получше. На, подержи, я камеру переключу. Перевернула нам на самом деле. Опять он бедный возмущается. Я нажала? Да. Опять он бедный возмущается. Опять ему не так. Да? Бедный. Я не бедный. Но у нас все, дождик уже прошел. Зря только так столько возмущались. Да. Можно даже на улице сесть покушать. Мы на улице будем кушать или дома? Ты там постели что-нибудь скажи. Я постелю. Просто у нас теперь ноги грязные, чтобы домой заходить. Сабри. Надо Сабрину съесть. Ой, я так не могу. Хорошее вино. Видишь? Да, хорошее вино, да. Я тебе давно говорю. Да, у тебя все хорошее вино. У тебя плохого не бывает. Правильно. Солнышко, привет! Ты кушала уже или? Сабрина, ручкой всем помаши. Сабрин! Не слышу, дверь закрыта. О, опять гремит. Сабрина! Смотри, ну как реб... Ну что ты мне окна пачкаешь? Открой дверку. Сонь, выбежи. Нет, Соне не надо на улицу. Ну закрой дверь, и сейчас дым будет идти. У тебя уже обед был. Это, возьми мой телефон. Да я тебе пришлю фотографию, сделаю. Сделай иди. Вон оттуда, сюда. Тебя надо так сфотографировать. А там из-за кустов тебя видно не будет. Из каких кустов? Зарос. Нормально все видно. Так, давай. Самое главное, не пережари, ладно, а то потом давай, сухой будет. Говорю. Все, даю, да, уже, прям уже даю. Разнос. Даю, давай. Ну все. Вот, короче, там он еще пару палочек оставил. Якобы они еще не совсем поджарились, которые с краю. А этот уже все шикарный. Надо садиться кушать, пока горяченький. Все, картошечку я уже тоже поставила. Поэтому все. Все, Сабрина, Эрик, пошлите. А это лишь бы... Главное, что она уже поела. И Соня прибежала. Ну все. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Тебя да, Сабрина? Пока-пока. До следующего раза. Сабрина, писуйся.